Турецкая актриса Неслихан Атагуль 20 августа отметила свой очередной день рождения, но, как сообщает турецкая пресса, вечеринка в честь этого события прошла немного ранее. Неслихан и ее супруг Кадир Дагулу были заняты в субботу и поэтому не смогли встретиться со своими близкими, родственниками и друзьями, чтобы поздравить именинницу. Но решение нашлось, вечеринка была организована ранее, и вся веселая компания собралась в одном из кафе Стамбула. Фотографии с празднования уже есть в сети. Сообщается, что у брата Кадира Кемаля с его супругой на 20 августа было назначено особое мероприятие.